Прием, здорово всем, с вами Kill Hearts, это невероятная замечательная игра, которая называется Immortaya Matute Demo. Я не знаю, чем-то она мне понравилась, я даже не помню. Давай, в общем, взглянем. Ладно, я думаю, не стоит пробовать даже. Давай начнем. Join local game, create game. Давай, я хочу создать, choose map. Choose map. Operation beta. Угу. А, я вспомнил. Ну а перед самым началом просмотра позвольте мне порекомендовать вам канал Raven of Storm. Если вам нравятся ламповые атмосферные прохождения, то этот мужчина придется вам по душе. Давайте поддержим автора канала, ему будет очень приятно. Ссылка будет в описании в закрепленном комментарии. Давай, Last Stand. Ладно, давай. Choose character. Ага, Джек Миллер, либо Бинг Понг, либо Гюзеф Вирджиолини, Филипп Томпсон, либо я хочу вот этим. Ну-ка, Game Rules. Кому важно тут? Дефолт. Ага, старт. Старт офлайн гейм. Ну, а то ли морская пехота. Так, Бальтазар говорит, добро пожаловать в эту игру. Меня зовут Бальтазар, и я буду поддерживать тебя в битве, чтобы ты... нашел свой путь. Ага. Бальтазар говорит, let's start with the... давай начнем с двигаться. А, вот это я, окей. Хорошо, братан. Cross, ага. Let me see how I see those enemies over there. The right shoot them until they destroyed using the left button of your mouse. Короче, говорит, пахнет, братан. Могу бесконечно релаудиться. Говорит, врагов, а где враги? Ока Саурона. Опа, а где враги? Get ready for the next motherfucker battle. Это, короче, хоть ли на Майами. О, Demons left. Блин, дамы и господа. Может, он главный? О, знаете, в чем это? Скорее всего, я не пройду обучение, ребят. Я честно не понимаю, что от меня хочет игра. А, вот, наверное, смотри. Ага. Очень хорошо. Run low of ammo, just reload. Да я понял, мужик, давай быстрее. Oh, if your ammo runs out, you can use melee weapon. Using red button. Опа, сюда, тупо кинжал. У него, кстати, кулдаун есть. Ой, нужно больше денег заработать, ага. Ну, над обучением, дамы и господа, я бы поработал. Ну, дальше они, говорят, будут более сильные. Так, давай. Гейм. Yes, я не могу, это просто такое дерьмище. Настолько душным обучение делать, мне кажется, нельзя. Мне кажется, должны какую-то ответственность за это вводить. Давай, create game. Choose map. Operation. Вот этот. Back. Back. Start of Life Game, поехали. Ну, другое дело. Чё, кого, куда? Феникс эликсир. Ага, могу купить за доллары, понял. Round 1. Hell Strange, it's offensive. Ну, давай. Угу. Слушай, так это как в какой-то колде была, короче, миссия, где у меня на Xbox я еще очень на старом играл. На 360-м. Infernal Morograph. Я уже начал или нет? Просто интересно. О, поехали. У, зомбяки, пипяки. Сусу, вот сусу, от мистер зомби. Опа, стоп. Ладно, придется в милишке драться. Я куда-то дел пуху, дамы и господа. Я честно не знаю, куда я дел. Кнопку нажал, надо было обучение проходить. Но я этого не сделал. Так что, не судите строго. Опа, иди сюда. На, сюда подрезал. Опа, сюда, Владоса, так просто не взять. Его руки как базуки. Невероятно мощные. Потом пуху хочу другую. Опа, сюда, да будет так. Все, легко, прошел. Вам может показаться эта игра очень казуальной, но на самом деле это достаточно требовательная игра. Я вот даже не знаю, хватит ли моего охлаждения, чтобы справиться с ее мощностью. Буду держать. By house. Опа, сюда. Ну, опа, смотри, какой толстый, ты гля. Два хита вышел. Ага, на второй волне, по всей видимости, все мужчины будут такие. А это вообще какой-то орк-гоблин. Или Джокер, не знаю, до конца не... Хочу новую пуху. I need new gun. Могу я что-то купить, please?
Какой-то вообще мужчина Симпсон пришел. Ой-ой, что с лицом, пацаны? Тихо-тихо. Могу даблкил? Ля, у него руки широкие. Захват, наверное, мощный. Можно кий? Что я сделаю? Ага, я купил... О, выход, ля, можно на тачке кататься. Жалко, но, видимо, нет. Слушай, так тут всякая вариативность есть. Выглядит, дамы и господа, балдежно. А интересно, эти пипяки, зомбяки, они на меня идут или как? По всей видимости, пипяка куда-то делась. Наверное, стоило там деньги, доллары копить. Потому что я, как вы можете заметить, я потерялся. Я не знаю, где мой путь и каково мое предназначение. Давайте попробуем вернуться в надежде на то, что... Опа, вот он. Все. Что это такое? У меня еще граната есть, но я, разумеется, не знаю, как ее пользоваться. Я слишком жесткий для этой игры, мне кажется, у меня нет шансов. Денег нет. Ну, жаль. Теперь, по всей видимости, аж три хита работяги будут выдерживать. Я честно не знаю, куда я пуху делал. Опа, смотри, на кью. Оказывается, я могу стрелять. Сюда. Сосывать, мистер Джокер, сосывать. Ну как-то первый, давай, сюда, готов. Только подойди, Владос, накормит тебя свинцом, собака. Ну, иди сюда и подружку свою забирай. Ага, вот у меня... Слушай, так у меня конченное количество патронов оказывается. Вот это новости, я думал, я бесконечен в этом плане. Оп, сюда, подрезай молодого. Шо, белобрысый? Опа, не получилось. Да что ж такое? Пушка короткая, да что ж такое? Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Простите, но мне кажется, он хотел мне что-то сорвать. А, я не могу стрелять, пока я перезаряжаюсь. Тупо с пулемета буду бабахать. Хорошо. Главное найти верный угол и спрятаться в нем. Пока вроде нормально, держимся. Мне кажется, вот это место выглядит экстра перспективно, потому что я могу мансить влево, я могу мансить вправо, могу быть жестким парнем. Нормально, в принципе, вид имеет. Сюда. Я бы сел на тачку. А я сяду... кабриолет и уеду куда-нибудь, как спела бы нам сейчас Пугачева. Но мы, к сожалению, все в нормальном мире находимся и не будем ее слушать. Я потом еще хочу, разумеется, хард мод попробовать. Какая-то ковровая дорожка, господи. Тот мужчина, который жил здесь, явно знал толк в шике, любил, знаете ли, шиковать. Какие-то инкаунтеры, солдерс чойс, без понятия, что это такое. Я на самом деле хочу попробовать накопить долларов и купить эту штуку. Совершенно не понимаю, что это. Угу, нормально. Угу, нормально. Но денег не хватает, к сожалению. Чехлимся. А дадут ли мне патроны на новый раунд? Вот давайте узнаем это. Опа, я думал, что я в засаде, но сегодня все хорошо. Сегодня мне не будут засаживать, как это было вчера. Ока Саурона. To upgrade your weapon. Вот, смотри, Hell Reef. То есть здесь всякие штуки улучшательные есть. По сути, огромная карта. Я так понимаю, те, кто играл в свое время в Дэнди в Сегу, будут испытывать возбуждение от этой игры, потому что некий вайб, я бы сказал, есть. Давай посмотрим, что это такое. Я какой-то баф заимел. И какой-то баф ХП, по всей видимости. Я зарегенился, великовероятно. Патронов не дали, слушайте, а как же? Как же? Наверное, никак. А это выбор солдат. Без понятия, что это дает, на самом деле. Ну, у мужчины есть... Ой-ой-ой, какой бедного, господи. Нам срочно нужно брать винчестеры, чтобы справиться с этой дрянью. Иначе у нас шансов мало. Опа, собака, ни хрена, это коготь смерти. Ё-моё, иди, буду стрелять, тупо убивать сюда. Ладно. Это очень неплохо. Так, давай, play. Cred game. Choose map. Вот хочу Last Stand Heart. Character, я хочу Билли Понга. Билли Вонка. И стартуем. Чтобы вы понимали, навигация по меню происходит в ASD, а не стрелочками. Окей. Okay. Очень-очень быстрый мужчина. Нормально, он знает, что делать. Давай, собака, я на харде, сюда, давай. Кто первый? Ой, он с глушаком, мое почти, он все обойму сразу. Релоудит, этот мужчина знает толк.
скрытых убийствах. Сюда! Сосывать, мистер Джокер, сосывать. Чё-чё-чё? Вот что-что. Переактивейт. Без понятия, что-то крутое сделал, по всей видимости. Опа, что с лицом? Я забыл. Пацаны, пацаны. Ля, флексеры на меня напали. С двух сторон попахают. Вот собака. Где моя ХП? По всей видимости, у меня ультимативно одаренный персонаж. У него экстра много ХП. Этим, мне кажется, надо выйти. Нам нужно больше воздуха. Из тех демоверсий, что я скачал, данная игра выглядит очень недурно. Вот, без шуток. Прям реально вид имеет. Понятно. Короче, буду рад почитать ваши комментарии насчет данной игры. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть, пожалуйста, в хорошие игры. Они хорошие игры и найдутся сами. Всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.